Все, я тебе могу рассказывать, что сказал Коноп. Ну давай. Коноп такая говорит, такой, что? Катя, у нас в Украине коттедж, вот, типа, вот так вот начинает сидит, не... ну, я у нее спрашиваю снова, типа, ну, коттедж и катедж, это все одно и то же, какая разница? Ну и чё, вот ответил? Конечно нет, ну, как... из него инженер, блядь, как из меня были. Да, блядь, ты знаешь, как он учился, нахуй, он просто бабок, блядь, давал, чтобы всякие лохи за него все делали и все, нахуй, ну. И бабки он, блин, на траву все эти бабки тратил. Он свой тройку я знаю то, что он говорил, что типа он учился там где-то в сварочном универе. Так он нихуя не знает по сварке ничего, блядь. Он даже не знает, что такое легированная сталь, блядь, как минимум. А ты, кстати, чем ну, варишь? Я могу всем чем угодно варить. Не, хоть аргоном. Не, ну это понятно, а на работе кем, чем ты варишь? Ну, я же еще учусь, я же не работаю. Ай, я. Че ты говоришь? Я думал, ты работаешь уже. Не, я последний год, у меня вот сейчас 19 июня за счет диплом будет. Так-то я могу, ну, да умею всем варить и ручником, и полуавтоматом, и аргон дуговой. Ну, аргон еще так себе. Не, ну, блин, можешь мне не рассказать, я знаю сварку. Но вот чисто, что самое ебало на это аргон. Так аргон, да, потому что у тебя там две руки задействованы и типа. Ну зато аргон, знаешь, это самый эффективный сварка. Ну, я имею в виду не плавящимся электродом, аргон добывая сварка, блядь. А. Просто две руки, ты одной рукой подаешь присадку, второй рукой, блядь, держишь электрод не плавящийся. А мне показалось, что ты типа двумя руками держишь это держатель. Я мне показал, что ты так сказать. Да я понял. Нет. Его еще я знаю, затачивать надо. Че? Блять, да, я же, блять, ну, просто, не, знаешь, я просто учусь на сварщике и ни разу ничего не варил. Я как Ваня Коноп. Естественно, я, блять, пошел учиться на сварщика, потому что мне это интересно было, а не просто так. Я все знаю. Доширак, доширак, нахуй. Доширак. У нас коттедж-шва, блядь. Не, коттедж-шва. Есть типа и Катя, да, он правильно сказал, что это есть. Но он лучше бы ответил, что такое хотя бы Катя. Но вообще Катя можно было уже двумя словами сказать. Это размер шва. Нет, не размер шва. Это, ну, это выпуклость. Ну, если... Вообще даже выпуклость это неправильно будет. Ну, блядь, ну катит это, знаешь, катит он только в тауровых соединениях, угловых бывает. В стыковых его нету, понимаешь? Так понял. В стыковых это называется усиление шва. Типа, потому что катит, это вот чисто логически подумай, это только в треугольнике может быть. И, соответственно, ты когда угол или тавр завариваешь, да, у тебя как раз вот эта хуйня образует треугольник, и, соответственно, это называется катит. Ну, я уже сразу вижу, что ты учишься хорошо на сварщик. А вот, ну, да, Чё, Коноп? Да, а Коноп, блядь, сидел там, свой балду гонял там. Под своим, на своем сидел там такой, тройку свою получал, или какие у них, и какая у них там система, я не знаю, в Украине. Но он мне рассказывал. Он так долго сопротивлялся. Меня, кстати, даже занесли вот книгу по Тверской области, типа, как лучшего студента. Ну, там, знаешь, у нас такая книга, короче, есть там по Твери, и, в общем, туда, блядь, понял. По итогам, не, по итогам. Че? В твоем месте до сварщика не работал. Ну так, по здоровью потом влиять будет тебе так, что охуеть. Хотя смотри, что ты будешь варить. Я хочу сварщиком, вот мне это интересно, понимаешь? Мне ну тупо это интересно. Ну, ладно, я знаю то, что это на здоровье влияет, но сейчас, типа вот, если идти на нормальный завод, да, вот допустим у нас вагонзавод, у которого, блядь, вся Россия вагоны закупает и даже на экспорт отдают. А ты знаешь, из чего вагон вообще делает? Ну, блядь, хуй знает, из железа, блядь, из чего. Ну, я тебе могу так сказать, а вагоны обычно делают из оцинковки, оцинковка это по легким деталям. Я знаю, даже... что такое оцинковка, ты можешь мне объяснить, что такое оцинковка. Же эти респираторы помогать не будут. Ну там, короче, понимаешь, там сейчас такие сварочные маски, то что в них уже кислород подается, там с кислородными баллонами чувак варят. Ну, не, если такие, тогда это заебись. Там, я тебе говорю, там с кислородными баллонами варит. А вот у нас была экскурсия на Хитачи, я охуел. Я когда зашел в сварочный цех, это просто рай, бля. Там так охуенно, я там жить захотел, я тебе отвечаю.
Чертежи как читаешь? Че? Чертежи как читаешь? Нормально. Ты все там понимаешь? Ну да, а что там понимать, ГОСТы, блядь, нужно запомнить, типа, ну, какой к какому относится, потом обозначение швов, там кольцевой швов, незамкнутый, замкнутый, вот эту всю хуйню, ну, ничего сложного, короче. Ну, уже все понятно, по факту, просто, ну, нужно просто элементарные знания, хотя бы базовые иметь. Я этот трэш еще похилю, я так думаю. Ты забыла, кстати, можно спокойно варфалов пекнуть. У нас 3 дарба легкила. Давай так, если интерем захилим, то мне гп дашь. Сотку. Да я пока так. Вот, блять, ну просто взять и варить на самом деле может любой. Ну, просто там сложнее учить теорию по всей этой сварке. Там очень много всяких тонкостей. Да. Я хуй знаю, что ты у меня спрашиваешь. Это все разрушение. Потому что его поймал в центре комнаты, там и дауны пошли тоже в центр, и кто-то по правой стороне пошел и запустил второго слугу. Это же логично. Потому что его нужно было вытащить вперед, и не нужно было заходить за стенку. Что такое котет шва? Котет. Да. Ой, сейчас я подойду через пару минут. Это вар, микропомщик. Я не понял, вы что, вайпнули? В смысле, блин, вы два больших не захилили? Три хила, вы что, смеетесь что ли? Не, тогда забыл оставаться в хиле. Ну, нафиг. Они, кстати, может быть, в каст попали, и никто не смог похилить. Твой будет теперь по твоей профессии. Я задам пару вопросов. Скажи мне рецепт на свая. Чё? Можно знать. Ну не знаю. Вот. Ну еще делает на свай. Не надо сразу там тихое говно. Но
есть сама трава уже на свай. Нас, по-моему, называется. Это первое. До 4 хила сделаем. Охуенно, когда я пошел квесты начнем делать, все, сука, разнылись. Ой, блять, мне нужны, блять. Уроды, никто. Не знаю, я пока шмот на танка не соберу, хрен я буду делать эти квесты. Блин, никто меня не поднял. Можете уже сам кидать. Ну вот ты и сам ответил на свой вопрос. Ну, так я же лечу. Дайте уже баф по ШП. Баф по ШП рыбу поставьте. Кстати, вчера эту багровое колес славный 25 разодрал. Рост. Ты даже честно скажу, тут хилить даже нечего. Походу подъебало босса, пошли 4 сантиметра. Вот шаман. Я в шипе умер. Я ж отойду от хилис. Смерть.
И то они бы лучше играли, блядь. ЧП 6 КГС, 1 ДПС, йоу. РК надо писать, кто на какой спек идет. Не, починили. Мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Да. У тебя что пишется костерез, у меня лично как и рассекающий. Там типа урон и потом от чего пишется. Как сказать, наполовину, как обычно. Отойду, чайник горит. Ты шо, все десяток по КД юзаешь, там тоже три кнопки считай.
Каску, каску, пожалуйста. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Плоти, мой верный слуга. Ты не в силах противиться моей воле. Не страшно. Я его пер. И не встал. Трэш сейчас выйдет. Довольно! Пришла пора взять все в свои. Ты не в сил противиться моей воле. Вы осознали бессмысленность? Блять. Сири сосать, какой онлайн там? Большой, больше, чем на циркуле. Это на каком сервере? Сириус. Это общий онлайн или чисто онлайн? Там один мир, по-моему, если я не ошибаюсь. П6 КГС опять в первый по ДПС. Ваша смерть неизбежна. Что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Орнева. Если вы поспешите, то еще сможете его на кровь.
Шумурадина. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться с... Еще одну пушку займите. Когда это за тротуары раги не хватает, тем более когда трэш на тебе еще висит. Не знаю, я бывает здесь делаю несколько дошмоток и все. Решают, блядь, решают, блядь, уравнение, нахуй, понятно? И неравенство. Дайте мне на сурка локом, пожалуйста, зайти. Хочу. Заходи, хочу в Африкам попробовать подамажить. Да я гружу уже, бля. Сейчас захожу. Ну пока пристав какую-нибудь спать. Да. Ща. Вот из этого ЕПГП глючит постоянно перед входом. Ну, она вроде на мишку еще заходит. И мне в первую пати. Эти баф по локу. Можно просто хибал. Торкра, вы
Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Лед только что! У меня самый выгодный... Присоединись ко мне, отец! Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича! Ну, там Астаков, я так понял, но какие фото, я не знаю. Погиб уж от гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы... Ты ему еще объясни, как он хотя бы выглядит, чтобы он понимал. То мало ли на тебя кровь это повесится. Как твой кровавый удар. Кровавый удар, помню. А дракон за... А, он у него уже... Он сейчас на БДК сидит. Я уже хотел сказать, а дракон не знает, как выглядит кровавый удар. Хотите узнать, сколь могущественна плеть? Во имя короля Лича! Позвучите, пожалуйста, кто-нибудь в РК, когда будет у босса 25% хп, а то я постоянно забываю про экзекут фазу. Блять, камень на хосту не намазать, ебать! Ого. Экзекут фазы, ребята. Спасибо. Спасибо, братья. Да ты гонишь вон, я 18 дамажу. Я первый раз Африком играю. Блять, ну как ты 15 даешь, блять, базара нет, нахуй. Смотри, я без камня на хосту 18 дал. Графит нормально? Ну, с камнем ты бы дал 18-200. Я тоже так думал. Бля, что-то меня Африком вкатило больше играть, нахуй. А что там ему играть? Ну, хуй знает, демоном. Демоном не так много дот, не знаю, тут за дотами нужно следить. Не, за Африка я тоже играть. Да.
Нет, тут портал. А как? Это мой. Не достаю слишком далеко. Недостаточно ярости. Не сейчас. Сука, проебал камень на хосту. Пизда. Че, Игорь, он всего лишь 200 тп сапает? Какой у тебя хосты сейчас? Че? Вот у тебя хосты. Ну без камня было 1260. А с камнем, короче, 1350, по-моему. На гниломорде подтамажишь. Не, мне на гниломорде объект нужен. ШПшки. Короче, нормально, тем более пидор. Пойдем. Да. Кинь меня в первую пати. А, вот. Я пошел кофе наливать. Куда идем? А еще повторно могут громового поступ изумить. Тут второй юзер взлет. Алло, здорово. Есть слот? Я хотел предупредить, что второй взрыв уже не знает. Вот, если будет слот, я сейчас зайду. Ну, в РК смотри. Тимс гей.
Я почему-то думал, что в 10 будет. Дайте баф по паладинам. Каску крест. Приз баф. Тут нету рейнджа. Ты опять забываешь. Он вас троллит, блять, он постоянно это говорит. Интересно. Сколько ты игр на сурке дал варам? Дайте каску по варам. Не торопитесь, сейчас все дадим. А у меня не фул. Рост.
И вот потом он будет также 25 гер, да, танчить нахуй? Да нет, типа, если он БДК, почему бы ему сразу не объяснить, как нужно моим танком играть? Ты не доверяешь ему кинуть рилку? Ну, а БДК у тебя это не издевательство, а? Когда ты впервые играешь танков, даже вот танк сложновато. Он сказал, что в первый раз все сложно. Давай поспорим на один кругов, что на 6, на 5. Да на 5 ставка, блядь. Как этот ШПГС, вот этот Анле, Лас, Эсус. Блин, почему он дамажит, как я? Ужасные новости, народ. Гниломорт сдох. Хуен пацан. Отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Лояльности кровь нужна. Бля, есть какой-нибудь чек, чтобы, ну, не чек, а макро, чтобы кнопку «Да» нажимать, не мышкой? Раздражающая хуйня, да? Да. Вот да. Как он дамажит? Я в хиле, я просто в коте облики был, да и все. Да ты для кого вообще объясняешь?
Хуя взрыв разом 15 косарей прохнул. Смотри, блядь, ДПС, посмотри с прошлого босса. Я, блядь, 6 КГС, нахуй, ты гонишь, блядь? Я не триник, ни хуиник. Не, ты чё гонишь? Так посмотри меня. У меня, блядь, триник руна, нахуй, труба, блядь. Твою мать, перчатки на ретрика с этого босса когда-нибудь падают или нет? Я его даже чувствую. Видишь, эти три не свои волчат, линку его дичат. Не удивляйся, Хапал очень быстро одевается, у него конкуренция нулевая. Нет. Это вот первый раз, но это какой ОТ. У Хулипала конкуренция только в РС. ППГ, да? Кукли, да, когда квест сделал, но механик хорошо понял. Но правда, там вроде как можно лужу оставить, чтобы потом попить ее из нее, но я не понимаю, куда оставлять. Просто чтобы одна всегда была про запас. Первую лужу чисто, что можешь немножко растянуть, чтобы собраться, а пока энергии сразу. Погодите, тогда я релогнусь.
ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Как неожиданно! Была уже 10 секунд. А, ты мне сказал сейчас. Написал, я не буду бить. Да. А, блядь, это ж не Герна, точно. Ой, извините. Я забыл, что здесь, блядь, переход к ёбнутой, на. Бля, как я пельмень стоял, я от него убежал, сучара ебаный. Алло, я ж выиграл.
Ты чернички отдал за...